Привет, ребят! Наконец-то Украина дождалась эти наушники. Для того, чтобы увидеть, сразу же выключаем свет. Включаем. Да-да-да, это они. Те самые светящиеся наушники от бренда Glow. Ребята, видно? Это лучше даже, чем на картинках, правда? Крутое сочетание. Металлический корпус, слышите? Светящийся и сочное звучание. Давайте я навалю сейчас на всё. Вообще разрывает. Можно вот так это ещё делать. Тот, кто собирается купить эти наушники, будет лучшим тусовщиком города, в котором он будет находиться. Сейчас, давайте еще поклацаем несколько песенок. Они, как вы видите, моргают в ритм музыки. Чем больше низов, тем ярче свет. Чем громкость больше, так же, тем они ярче горят. Сейчас, давайте еще включим. А вот еще их есть два цвета. Это зеленые и розовые. Смотрите, если все это совместить в одно. Круто. Я тоже это сказал, когда их увидел. Играет, кстати, сочно. Это действительно не слова, а проверено. iPhone 5s лежит, на котором мы тестируем их. И они могут посоревноваться смело с оригиналом. В них низ даже лучше воспринимается, так как они вакуумные. И вообще перепонки ваши барабанные, они просто снесут, если вы на все будете слушать. Так, ну давайте, наверное, я включу свет и покажу вам их при свете. Сейчас. Еще покайфуйте немножко. Свет включен. Такие вот наши красавцы наушники. Как я говорил, есть в трех цветах. Это синий, розовый и зеленый. Комплектация этих наушников — это мешочек. И получается провод зарядки. Дополнительные беруши различных размеров. Маленькие, большие и средние. Единственным таким нюансом этих наушников — это есть блок. Он выполнен из пластика, но он тает в этом наборе преимуществ этих наушников. Таких, как я говорил, цвет, то, что они светятся, металлический корпус самих наушников, штекера, звучание сочное. Ну и также плюсом есть, что здесь присутствует кнопка и микрофон. С помощью этой кнопки наушники включаются, и вы можете брать трубку и ложить ее. Ну, как сказал, на айфоне звучит прекрасно, на андроидах тоже пробовали. Beats Audio обалденно звучит. Ну, чтобы проверить, это вам нужно взять и уже услышать. Ну, если вы думаете про эти наушники купить их, не сомневайтесь, сделайте подарок своему слуховому аппарату, а также гаджету, и удивите окружающих. До скорых встреч. С вами была Твоя Покупка.